Работа аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Руслана Гафудинова признана одной из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ в рамках недавно прошедшей конференции «Наука будущего. Наука молодых». Свою работу Руслан Гафудинов посвятил проблеме разработки зрелых месторождений нефти на северо-востоке Татарстана. В ходе своей работы молодой ученый оценил степень выработанности запасов, эффективность заводнений и выявил возможные зоны восполнения запасов нефти. Есть некая методика, по которой можно отработать несколько месторождений и еще добавить запасов нефти в этих месторождениях, найти зоны перспективные, где возможно пробурить новые скважины и получить дополнительную добычу нефти. Вот, соответственно, в конечном итоге это и приведет к экономической эффективности данных мероприятий. Сейчас Руслан работает в лаборатории физики нефтяного пласта с образцами коллекторов нефтяных и газовых пород. Аспирант исследует физические свойства коллекторов, чтобы на практике изучить теорию генерации звука в пористых средах. Проще говоря, анализируя полученный звук от пород коллекторов, он судит не только о наличии нефти и газа в породе, но и пытается охарактеризовать саму породу. Сейчас очень активно развиваются геофизические технологии, особенно геофизические технологии исследования в скважинах. И вот этот метод, который я исследую, этот метод спектральной шумметрии, он очень перспективный, он разработан одной из нефтегазовых компаний, которая тоже была основана также в Казани выпускниками физфака, сейчас она вышла на мировой уровень. Кстати, помимо исследований в лаборатории Казанского федерального, молодой ученый работает на диссертации и занимается организацией туристического клуба Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.